Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работой художников Чен Вэн Чен. Вот что я нашел об этом художнике в интернете. В 2014 году господин Чен Вэн Чен стал финалистом всемирного конкурса акварели во Франции и обладателем золотого приза за свой шедевр «Любящая мать». Мастер Чен Вэн Чен родился в 1964 году в тайваньском округе Пиндон. За последние годы господин Чен Вэн Чен получил множество призов на художественных выставках в Тайване, в том числе получил лауреата премии Тайэнг, победителя художественной выставки Тайэнг, лауреата премии Чуцзэнь, первую премию выставки изобразительного искусства Чуцзэнь и так далее. Его как члена Китайской ассоциации акварелистов Азиатско-Тихоокеанского региона приглашали на многие художественные выставки. Некоторые из его шедевров попадают в коллекции национальных музеев и университетов. Ну вот все, что мне удалось найти в интернете о господине Чен Вэн Чен. Пока-пока, до свидания, смотрим, работаем.